А сейчас мы только что здесь купались. Викаева Спрингс. А вот здесь уже купаться нельзя. Здесь только можно арендовать каноэ и каяки. Кану, каяк или ноусвим. Я приехал с каноэ, это когда вот более-менее бесплатно. Знаешь, как это мы в этом году? Подожди, чем отличается... каноэ это просто как лодка. Каноэ... Двумя веслами, понятно. Это как бы одно весло, но с двумя этими лопатками. Одно весло с двумя лопатками. Подожди, а каяк? Каяк это вот каяк эти... А каяк одно весло вот так вот гребешь с одной стороны. Да, одной ты чё, каяк это вот так вот? Как мы с тобой, где, на источнике, ой, на канале в Индианаполисе, это был каяк. А каноэ что такое? А каноэ это вот, вот такая просто лодка, видишь, где двумя веслами гребешь. Помнишь, это мы когда с Тиной сплавлялись, они все взяли каяки, а мы взяли каноэ. Потому что у нас было... У нас было одно весло одним этим, лопатка. А Влади с Тиной и со Скоттом тоже были на каноэ. И втроем они... Два весла, два. Как это одним веслом? Ты чё? Сейчас... Вот! Вон, видишь, вон дяденька сидит с одним веслом. У него как бы с одной стороны лоб. То есть там надо с одной веслом в другой загреб. С одной загреб, с другой загреб. Поворачиваться. Да. А каяк, ну так просто вот этими руками там машешь, вот как ну, на ладно. Канале. Вон, желтая, видишь, вон, смотри, желтая. Вижу. Вот это каяк, это каяк. А, это как на катамаране у нас на сплаве, да? Да. Там, получается, несколько человек, я вспомнил, на каноэ. Да. Несколько человек, ну, должно быть много человек, да. И чтобы каждому по веслу. Помню, мы с тобой-то гребли, у нас же такое же, как желтое весло было. Вот такое. А я не помню, мы одним, что ли, веслом гребли? Ну, нет, ну как, у каждого одно весло с одной лодкой. Ты-то видишь? Банил, да, а я спереди гребла. Ну ладно, пусть так. Ладно. А каноэ одно весло с двух сторон по этому, по лопатке. Ну ладно, пошли скорее. О, птичка. Сейчас меня Дима тут привел в такое место интересное. Говорит, что там за dry? А вот оказывается, что это. From wet to dry. Из сухого в мокрое. Ой, блин, наоборот, из мокрого в сухое. Вот, количество влаги в почве определяет сорт растений, деревьев, которые растут в этой зоне. Прогулка по вот этой вот тропинке приведет вас из мокрого леса в районе реки в сухой лес Uplands, ну как бы на суше вверху. Обратите внимание, как будет меняться пейзаж по мере как бы увеличения уровня над уровень. Ну, в общем, по мере того, как проходишь вверх. Так, пошли. Пальмы. Здесь очень много пальм. Когда много пальм, Дим, это признак мокрого леса, влажности, влажной почвы. Ну, такие деревья тоже есть. Мандарин? Упал. Вот это еще мокрый лес явно. Интересные крокодилы есть. Наверное, есть. Ну так вот, когда я смотрела у Людмилы видео по Ютубу, казалось так страшно тут. Сейчас как крокодил выползет. Куда она идет? Это же так страшно. Сейчас сами здесь идем. И совсем даже не страшно. Тут так много народу. И все на разных языках говорят, что
Наверное, все крокодилы уже давно разбежались в разные стороны. Все такие крокодилы стали полиглотами. Так что, если что, мы с ними договоримся. Вон, смотри, трухлявое дерево. Смотри, точно, наверное, в городе все-таки эти пальмы подрезают. Видишь, вот тут вот, это, вот этот ствол, у него длинные такие ветки. А в городе-то вот этот стволик аккуратный, и вверху круглая верхушка. И Дима говорит, наверное, эти пальмы, вот там вот такие вот торчат эти сучки, ровно так обрубленные, коротенькие. И Дима говорит, наверное, эти пальмы просто подрезают. Я говорю, да как, ты что, представь, каждое дерево, каждую пальму в городе обойти. Это же вообще... Это не белка. Белка это? А кто это? Кошка, что ли? Какая-то интересная. Привет! Белка. Нифига себе, не боится. Сидичка, я боюсь. Привет! Нифига себе, не боится. Секунь в хвост. Не, он не такой, как у городского. Ой, приветик. Обалдеть, смотри, не боится, а. Приветик. Чего? Офигеть. Привет! Светка, привет, я тебя тоже первый раз вижу. Как, да? Давай лапу. Обалдеть, она ручная. Давай лапку. Ну, ручная. Ничего мне тебе. Давай поздороваемся. Офигеть, а, давай поздороваемся. Ничего мне, к сожалению, тебе нет. Ничего вкусного. Тоже парень говорит, I don't have anything. У меня ничего нет. Да уж. Вот это да! Мы еще были в Винтерпарке, и там тоже белочка такая вот прям. Но ее надо было все равно приманивать. Она не такая смелая была. Ей надо было подсокать там, обмануть чуть-чуть, пошуршать чем-нибудь. И она тоже так. Так они так еще смешно, такие у них повадки, да? Встанет на задние лапки, и так это телом так, такие движения, типа, ну что, у тебя что-то есть? Вообще обалдеть. А тут прям сама такая деловая подошла. Если что есть, давайте, а если нет, так я пошла дальше. Тут людей много. А вот это что, думаешь, тоже кто-то подрубил? Да, кстати, тут лесники такие красивые, вот в таких она, формах вот красивых. Такая. Так это представляешь, сколько труда надо, вот чтобы каждое дерево, каждую пальму конечно, подрубить в городе. Прорубили, а если вглубь-то уйти, там ничего не подрублено. Я все удивляюсь. Для меня до сих пор секрет, как в Америке прибираются смотри, или вот, не смотри, прибираются. Вот, смотри, как интересно, смотри, вот. То есть вот интересно, да, вот это что? Ну, вовсе не подрубли. Что это? Что-то розовенькое. Вот мне интересно, как в Америке прибираются? Потому что всегда чисто. И как будто бы вот у нас в Екатеринбурге пыль постоянно. По городу пройдешь, в волосах пыль. А здесь это то ли другая почва, пыли вообще нет. Асфальт черный. И ни разу я не видела при этом, ни разу не видела, чтобы кто-то стоял, мыл, пылесосил или еще я что-то видел. Делал. Где? Сдувал все грязь. Ну, сдувал я тоже видела, но это что-то не то немножко. Такое. О, смотри, как пальма просвечивает. Вон там, вон. Интересно, где змея водится? Да, мы же в музее видели змеи. Вот я сегодня, когда из бассейна шла к нам в номер, я проходила вот тоже по такой же тропинке, только по асфальтовой. И там у бордюра лежали какие-то листья, и они зашуршали. Я думала, может, там я прошла, от меня ветер дунул, и листья зашебуршались. Потом смотрю, а там такая маленькая змейка такая, извивается и в кусты. Чувствуешь, что-то меняется, нет?
Мне кажется, тут стало уже как-то теплее. Смотри, какая стрекоза. Где? Вон. Ага. Стрекоза. Что такое? Скамеечка вон. Не, вот это. Вот это не знаю. А, да, он, наверное, лютник, у меня комары. Ой, так вкусно пахнет. Что-то я себя вдруг ощутила, как в сауне. Теплый пол. Кто там? Кто там? Вон, кто-то там скребется. Теплый пол. Пахнет каким-то деревом. Ай! Крючка какая-то. О, чувствую, что тут уже все теплее и теплее. И пол, смотри, уже становится суше. А это что такое появилось? Ничего себе, как бумага. А, ну вот это розы мы видели, как делают, наверное, из таких листьев. Классный звук. О, смотри, папоротник появился, там ведь не было папоротника. Ой, какой интересный лист. А, колючий. Вон тут у него, вот тут вот шипы. Какой интересный листочек, я первый раз такой вижу. Не остро, конечно, а вот такой вот. О, смотри, там вон стволы уже пошли с этими, с плющом. У тебя нет ощущения, что мы как в сауне? О, смотри, смотри, на самом деле меняется природа, видишь, всякие. А, тут еще, да, что-то мокрое еще. Ладно, пойдем дальше. Дальше должно быть суше. Мы еще сегодня, Дим, куда хотели сходить? В другой парк. А, точно, мы еще в сад хотели ботанический сходить. Хэри Лью Ботаникал Гарден. И у меня уже зарядка опять садится. Нам надо будет после этого срочно, Дима, в кафе подзарядить фотоаппарат. И потом в сад, потому что там будет много-много интересных растений. В том числе пассифлора. Тут, кстати, тоже сказали, она должна быть. Ой, смотри, на этом дереве трава растет. Hello. How you doing? Ну, он сказал hello, он сказал how are you doing? Только так быстро. How are you doing? А? Ну, как дела? Ну, они всегда так говорят. Ну, причем совсем не обязательно на это, видимо, отвечать. Потому что тоже тогда в магазине, помню, зашла покупательница, ей говорит продавщице, ну, типа там тоже how are you? И она ей в ответ how are you? И все. Как дела, как дела?
А, так это мы возвращаемся сейчас, я к нему туда повернуть. О, тут уже песок. Если мы сейчас так. На влево повернем, то мы снова в парк в этот придем. Купальню, слышишь, парк, это слева. Да. Что, все? Это уже другой лес, да? Пальм уже меньше. Большое разнообразие этих всяких лиственных деревьев. Уже песочек. Ну ладно. Красиво. Самое главное, мне понравилась встреча с белкой.